всеми гранями своего таланта. Итак, сегодня в спектакле принимают участие Лейла, лауреат международных конкурсов, солистка Национальной оперы Украины Сусанна Чагаян. Надир, лауреат международных конкурсов Маттео Ли, Италия. Зурга, лауреат международного конкурса, солист Московского театра «Новая опера» Виталий Билый. Нурабат, Александр Минченко, Санкт-Петербург. В спектакле принимают участие оркестр, хор, балет театра. Хормейстер, главный хормейстер театра, народная артистка Татарстана, заслуженный деятель искусств Татарстана и России Нурия Джураева. За дирижерским пультом главный дирижер театра, народный артист Татарстана Ринат Салаватов. Уважаемая публика, дабы не нарушать гармонии, царящей на сцене, убедительная просьба отключить средства мобильной связи.
Ангела.